Здравствуйте, мои дорогие зрители. Я к вам с не очень хорошей новостью. Дело в том, что 3 апреля спектакль «Ричард III», к сожалению, не состоится. Мне очень жаль. У меня возникли некоторые проблемы со спиной. Видимо, моя молодость в кино, она не прошла бесследно. Все проскоки на лошадях и все трюки, которые я пытался делать сам, дали вот такие результаты. Я обратился за помощью к врачам, мне сказали пока избегать всяких нагрузок на спину. Поэтому вот лягу, буду обследоваться более серьезно, будем думать, что делать с позвоночником. Ничего критичного в этом нет, это плановое обследование, которое надо сделать, и сделать как можно быстрее. Так что не болейте, я еще раз у вас прошу прощения, что спектакля не будет, но мы с вами обязательно увидимся. В театре. Здоровья вам, счастья и не болейте.